Так, я начинаю. Последний период в истории Ольвии, первый готский город. Последний период истории Ольвии археологи и историки долгое время рассматривали как процесс постепенного угасания античной культуры и не связывали с резкими этническими изменениями в составе населения. Варварам, готам отводилась обычная роль разрушителей, прошлогодственные. Начиная next, yes. Начиная с 1970-х годов в Нижнем Побужье были открыты десятки памятников черняховской культуры, датированные около 4 века нашей эры. Многие археологи связывали ее с германцами-готами. Подобные артефакты были найдены в Ольвии, в основном в цитадели на участках L и R25, а в последние годы на участке R23 работы украинско-польской экспедиции. Часть исследователей видела в этом результат одновременного проживания в городе местного и варварского населения. Другие рассматривали сероглиняную керамику черняховского типа как продукт местного ремесла. Вопрос прояснился после изучения материалов городищ Альвийской периферии, входивших в систему обороны Ольвии. Это Козырка, Золотой мыс, Петуховка, Станислав, Старая Богдановка, Рацац, Келька 1. Исследование закрытых комплексов показало, что верхний слой этих крепостей, который датировался в основном второй половиной IV века, был оставлен исключительно носителями черняховской культуры. Мы полагаем, что в Ольвии сложилась такая же ситуация. К такому мнению пришли и современные исследователи из украинско-польской экспедиции. Таким образом, подтверждается вывод о возникновении на месте античной Ольвии варварского поселения. Рассмотрим материалы из Альвийской цитадели. Please, next. Сероглиняная столовая посуда раннеримского времени до середины третьего века имеет здесь традиционный набор форм. Он в основном общий и для красной керамики, и во многом повторяет формы ранних периодов истории Ольвии. Кухонные горшки этого времени имеют красный или коричневый цвет. Next. Более поздняя керамика совершенно иная и практически не отличается от находок на сотнях памятников черняховской культуры. Миски являются наиболее массовой формой столовой посуды. Подавляющее их большинство имеет беконический профиль. Next. Трехручные вазы – характерный вид черняховской посуды, который имеет корни в пшеворской культуре на территории Польши.
одна ваза вверху слева, номер один, одна ваза украшена фризом из изображений гребней черняховского типа. Два кувшина относятся к тому же редкому типу, что и целый экземпляр из могильника Данилова Балка в среднем течении реки Южный Буг. Многие сосуды украшены рельефным орнаментом в виде срезов или каннелюр, что характерно для керамики позднего этапа черняховской культуры. Next. Типичный для этой культуры серые кухонные горшки и миски, а также атифосы, большие сосуды для хранения запасов пищи. Next. Набор целой черняховской посуды, а также стеклянный кубок происходит из погребения в Львийском Нижнем городе. Next. Ассортимент импортной керамики 4-5 века из цитадели также в основном соответствует находкам на черняховских памятниках. Но вы видели практически все эти типы сосудов в выступлениях сегодня. Среди амфор преобладает тип ЗС-100, он же Аделекео. Я не буду уже останавливаться слишком много на этой посуде. Ну, все они относятся ко второй половине четвертого века, первой половине пятого. Это амфоры ЛРА-1, Шеловье, здесь изображения нет, потому что они довольно редко бывают. И из краснолаковой посуды большинство составляют блюда по типологии Кшиштофа Абжальского тип ПРС, понтийская керамика, форма 1. И встречаются блюда типа АРС, африканская форма Хейс 67. Кроме керамики обнаружены и другие предметы черняховской культуры, гребни и фибулы. Мы уже видели сегодня и более поздние находки этих предметов. Большинство фибул датируются 4 веком, но встречаются также экземпляры с высоким приемником типа Альмгрен 7, 1-3-3 начала 4 века, на иллюстрации слева две фибулы. Таким образом, мы считаем, что на финальном этапе существования Олью следует рассматривать уже как черняховский памятник. Please. Next. Отсутствие, ну, здесь изображена
цитадель предыдущего времени, но в Черняховское время заселяется только территория, ограниченная стенами внутри цитадели и Нижний город. Отсутствие находок монет 70-х до начала 80-х годов III века говорит о коротком периоде запустения города после ухода римского гарнизона и местных жителей. Новое население, в основном готское, появляется в конце III, начале IV века. Ну, об этом можно пока судить только по фибулам. Новое население, да, этим же временем датируется возникновение на альбийской периферии наиболее раннего черняховского могильника Кабарга 4. На памятниках черняховской культуры широкое распространение получили амфоры типа шелов F, которые Сергей Диденко датирует 320-ми по 370-е годы. Однако в Вольве такие находки встречаются довольно редко. Это позволяет предположить, что до 370-х годов жителей в городе было мало, по крайней мере, на территории цитадели. Вероятно, в это время варваров интересовал прежде всего Альвийский порт. Сюда на кораблях прибывали импортные товары и транзитом переправлялись на черняховские поселения. Последний, более яркий этап жизни города относится в основном к айгунскому периоду. Этот этап начался около середины IV века и закончился вместе с черняховской культурой в первой, третьей, пятого века. Please, next. А еще до вторжения гуннов, 375 год, в степи усилились передвижения кочевников. Неспокойная обстановка заставила военно-политическую верхушку одного из готских объединений восстановить римскую цитадель. После столетнего перерыва Ольбия возрождается как небольшой укрепленный город, ремесленный и торговый центр, населенный варварами, готами. Достаточно активная строительная деятельность этого времени зафиксирована в цитадели и в Нижнем городе. Обнаружены металлургические и кузнечные мастерские гончарный гор. Жители пользовались импортными товарами. Амфоры краснолаковая и стеклянная посуда черняховского горизонта суммарно датируются второй половиной IV, началом V века. Please. Возрождение цитадели сопровождалось восстановлением старой оборонительной системы на границах бывшего Львовского государства. Форты Козырка, Петуховка, Станислав и другие. Это с большой вероятностью указывает на существование здесь ядра одного из первых раннегосударственных образований айгунского времени.
Предположительно, речь может идти о возникшем после распада готской державы Германариха, королевстве Гизимунда, союзника гуннов. В таком случае Ольбия в конце своей истории стала военно-административным центром королевской власти. В дальнейшем последние обитатели города должны были разделить судьбу своих соплеменников, основавших Остготское королевство в Италии. Please, next. Спасибо.